«Все для наших» деятели регионального отделения партии КПРФ собрали большую посылку для 31-й бригады ВДВ. На протяжении недели в штаб красных поставляли одежду, теплую и облегченную. В итоге собрали 3000 зимних и столько же летних пар носков, термобелье, балаклавы. Продукты питания, медикаменты и десятки коробок погрузили в фургон, чтобы далее отправить десантникам. Также идут 500 ковриков, газовые баллоны, горелки, то есть также супы быстрого приготовления. То есть, ну, во всяком случае, все, что нужное и необходимое, мы здесь постарались собрать. Военным также не хватает оргтехники. В передвижных штабах нужны компьютеры и принтеры, чтобы работать с документами. В этот раз на передовую отправили 3 ноутбука, 3 принтера и 4 упаковки с бумагой. Гуманитарный груз собирали вместе. Производители из Ульяновска и соседних регионов, предприниматели, политики. Несмотря на регулярные заявления о том, что у них все есть, все хорошо, мы считаем, что помогать надо, помогать в обязательном порядке должны все, кто может. И поэтому Ульяновское областное отделение подключилось к этому процессу уже давно. Мы отправили уже 5 конвоев, это более 100 тонн товаров первой необходимости, которые ушли в братские республики. Это уже 5-я машина от коммунистов, которая отправилась в 31-ю бригаду. Коробки разгрузили, скоро их отправят нашим защитникам. Также планируется транш в Херсонскую область. Виктория Чиркова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.